Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Подобных. Привет! И у нас сегодня праздник! 1 сентября! Мы традиционно 1 сентября едем на Десну! Ну, в школе мы сегодня уже были. Первый урок у Марка сегодня уже состоялся. Мы купили очень вкусненькие вкусняшки. Вот, заправились, купили наживку, взяли маски, трубки, спас-жилеты, гидрокостюмы. В общем, все мы взяли с собой и едем рыбачить. Ну, лично я буду рыбачить, детки, мама будут купаться, загорать. Вот, мы мчимся по трассе, и нас ждет великолепное место. Место за Остром. Не переключайтесь. Так, мы уже на реке, я уже сварил пшено, вот прямо воды из речки зачерпнул, сварил пшено, сейчас промываю, добавляю туда прикормочку на леща и будем заплывать. Вечер просто супер тепло, сейчас еще искупаться надо, где-то 27 градусов, сегодня 1 сентября, шикардос, вот такая вот кашка. Сейчас мы ее промываем и заправляем. Так, кашку я заправлять буду вот такой вот прикормкой. Лящ, бомба и такой вот чесночок добавлю еще на карасика. А, какой запах, класс. Вообще огонь. Итак, друзья, я уже заплыл, привязался и уже поймал первую рыбку. Вон она там, небольшая, ну, небольшая, хорошая, с ладошечку такую хорошую, белоглазка. Значит, смысл в чем? Я нашел место, привязался, коряжка, подо мной глубина 8 метров, ямка. Вот, дальше мы кормим той кашкой, которую мы приготовили, в кормачок кормим. Вот, отводик, поводочек. 0,18 леска и сажу сюда обычно три опарика. Вот. Заряжаем и отправляем на дно и смотрим на кивок. Вот, только упала на дно. И смотрим сейчас на кивочек. Поклевки обычно происходят практически сразу. Шикарная поклевочка. Вот что-то здесь клюнуло и очень-очень неплохое. Вот лящик, смотрите, какой лящик. Ух ты, ушел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ушел лящик. Класс. И взял он, кстати, взял он на червя. Там было два червя у меня и один опарыш. И вот была классная поклевка. Лящ ушел только что. Значит, лящик начал клевать на червя. Значит, мы заряжаем сейчас червей. Вот. И
Будем пробовать ловить на червя также параллельно. Вот я посадил сразу два червячка и сверху опарик посадил. Сделал такой бутербродик. И вот лящик уже проклюнул. Кстати, лящик сейчас прыгает. Его видно, он прям выпрыгивает вот так вот, как дельфин. Прыгает, короче. Его можно наблюдать. Вот, вот такой вот бутербродик я делаю. И так же самое сейчас прикормим. Я сейчас ловлю пока на два прутика. Вот. Но, судя по всему, поклевок немного, но поклевки именно по крупной рыбе. То есть я взял сейчас одного подлящичка. Ну, белоглазку точнее взял. И вот был только что сход леща. Это буквально третий заброс. Так, я думаю, то же самое можно сделать и здесь. Ну что, солнышко садится. Рыбалочку я сегодня закончил. Вы накупались? Да. Класс. В общем, поймал я не особо много. Вот такая вот мелюзга в основном. Своего лящика я упустил. Вот, ну, на жареху будет. И пару живчиков оставлю на завтра. Так что вот так вот. Увидимся завтра. Ну что, чистим рыбку. И будем сейчас ее жарить. Вот. Хоть рыбки немного, но зато она будет очень вкусная. Потому что она очень ценная сегодня. Если бы ее было много, все бы такие: о, это вкусно, это невкусно. Вот большая, это вкусная. А сегодня будет вся вкусная, потому что ее мало. И такая вот белоглазочка. Вот она, рыбка пошла такая. Начался клёв. Ну что, друзья, утро второго дня выдалось просто прекрасным, туман, рыбка ловится. Пока крупного особо ничего не было, но в принципе как бы рыбалка идет. Вот только что у меня клюнула такая интересная рыбка, называется подус, кажется, так она называется. Сейчас вам покажу ее. Так, где ты, красавчик, иди сюда. Такая достаточно бойкая рыбка. Вот видите, какая у него мордочка туповатая такая. Мне кажется, это подуст, хотя я могу ошибаться. Если ошибаюсь, напишите в комментариях, что вы думаете об этой рыбке. Вот такая вот красавица. То есть уже потихоньку начинает брать крупная рыбка. Вот, с самого утра вообще не хотела брать. Я вышел на воду где-то в районе 6. И почти час, наверное, ничего не брало. Сейчас уже в районе 7. И рыбка начала активизироваться, начала клевать.
Итак, рыбалка на сегодня закончена. Что-то крупная рыба клевать не захотела. В основном одна мелочь. Сейчас я вам покажу, что удалось наловить. А удалось наловить нам вот только рыбки. Вот. Вот такая вот рыбеха. Ну, самый большой, пожалуй, вот этот подуст. Короче, на тараньку, на зажарку пойдет. Вот. Теперь идем на пляж, купаться, загорать. Круто. Итак, мы вернулись с нашей поездки на Десну. Нас встречают наши котики. И они очень любят рыбку. Голодные. Голодные. Повыедали весь свой корм. Но теперь они наедятся рыбы, которую мы им привезли. Так, и котята еще где-то бегают. О, вот он маленький бежит. Малыш. Малыш, малыш. Мы отдаем этих маленьких котят, кому нужно. У нас есть два прекрасных, красивых котенка. О, вот второй бежит. И так. Ой, какой красавчик. Нормально побег. Вот такие два котенка. Да, уже все кушают. Так что, кому понравилось наше видео, ставьте палец вверх. До новых встреч. Пока-пока. Пока.